Я бы даже сказал, что по ощущениям ассасинов перебафали. Страту под богов там. Они есть, но, короче, они слабее, чем стандартные. Марса можно просто так брать, Зевса тоже можно просто так брать. Водичка. Да. И все у тебя в раскасте, и вот тебе ассасин лопнет нахуй. Есть 5 каст сквина. Пак слабый. Пак слишком слабый. Пошли отмазки. Да это одна игра. Одна игра — это спуститься до руков. Что-то грустный пик. Неужели ЦМ-ку брать сюда? Ладно, пука возьму, я не знаю. Не ЦМ-ку же брать, ладно, ЦМ-ку. Пук что-то вообще не нравится. Очень грустный пик. Ладно, хоть быха нашел. Парни там красуются, войстоуны раскладывают уже. Тимберов. Что-то я такой... О, вот это там тимберов навытаскивали. Оставьте тимберов в покое. Три тимбера. Дайте мне их тоже подержать. На один итем больше, чем могло бы быть. Антимейдж. Я надо же БХ уберу, чтобы регенерация мехов была. Антимаг пока все выбит мне. Танчики. Да, Марс, конечно, неплохо стопит антимага, это пиздец. Ёбаный второй антимаг, который не делает ничего. Красиво. Второй антимаг не сделал ничего в этой игре. Ничего. Я так-то сильнее был, но просто проиграл. Есть квапа, я не знаю, левелапать. Если выиграю, продам тусика, возьму квапу. Надеюсь, справлюсь. Я все-таки в 5 фигур. Да, я более-менее со всеми справляюсь. С этим не справляюсь. Или справлюсь. Антимаг пока хорошую работу. Давай, давай, давай. Yes, успел. Антимаг просто успел, красава. Антимаг просто красава. Выебал 3 фигуры в соло. Антимага забыли понерфить. Блять, ах эти драконы рожденные парни. Два вайпера. Это ассасины. М-
Может быть, я дракон вообще-то? Нахуй этих вайперов собираю, гайз. Зачем я это сделал? Там уже есть парень на драконе. С этим я должен справиться. Поздно. Поздно. Я уже ассасин. Я уже умазан в ассасинах. Я не то что ассасинов не беру уже, я уже почти дракон. Я в шаге от того, чтобы стать драконом. Бля, игра пытается меня спасти, гайз. Поверить в спасение от игры. Она мне дает эсэфа. Нахуй. Она мне еще и тинкера дала. Игра пытается спасти, я дам ей шанс. Надо было тинкера поставить. Не хочу никого продавать просто. Вот это БХ выждал, конечно, как тварь. БХ просто как тварь выждал. Некрасиво вышло по отношению ко мне. БХ просто выжидал. Там антимаг специально его ждал, но БХ ждал. Ладно, повезло. Надо было убрать клокверка, поставить тинкера, чтобы еще клокверка подать на инком. Я дал один раунд для ассасинов. Пришел СФ. И я сдался. Поищем четверки сразу. Ну что, повезет мне еще раз с этим говном? Вроде да, да. Да она у тебя наверняка с Войдстоуном, с короной. И она плюс впереди стоит. Где мой антимаг? Мой антимаг закончился? Что-то быстро. Я вроде должен был с этим справляться. Вроде справился. Некор. О-оу. Второй Чаос, ГГ. Там еще не только Чаос. Там еще и БХ. И Мистер Огр. Четверки приходят, но не те, что мне нужны. Ассасинов ПМ реально решил расплодиться, походу. Но я, кстати, не сильно от него по экономике-то отстаю за счет своего винстейка.
Плюс я шестой. Он с мобами не справится же, да? Да. Одного убил. И получил почти как я. Что ж вы даете такое? Хороший был бы из меня рыцарь, гайз. Но мы проебали. Так, тут будущий дракон. Тут был будущий дракон, по-моему, он... Нет, новый пират был будущим драконом. Он отказался. Приобулся, слабак. Его мы смогли. Тимбер! Хороший апгрейд. Хороший из меня был бы рыцарь. Мирана наконец-то заиграла, я смотрю. Кстати, теперь хантов еще проще собирать же. Она же двойка теперь. Да, хантеры теперь вообще стали в полном порядке. Плюс у них еще есть супер танк в виде Марса. Хантерам реально намного проще стало играть в игру эту. Они как бы и так уже неплохие были. Много на баланс, короче, изменений пришло. Ассасины заиграли, хантерам еще проще стало открываться. Только магам сложнее стало. Ну и то, кстати, не особо. Неплохо проапгрейдились еще. Не думаю, что говновоинов уже буду собирать. В мехах посидим, потом уже заменимся хорошими юниты, типа Кунки, Думалю, Кэнга. Возможно, вообще не будет хорошей стенки из думов. Будет говно с СФами. И какой-то казальный Кунка ЛД. Посмотрим. Этот парень должен был быть драконом. Вот это он всех наебал. Он должен был быть драконом. Взял и всех обманул. Обманщик. Ничего, пожалуй. Корона за снайпере. Этот снайпер испорчен. Щиток бомжа упал в реку. Парни, блять, что вы нахуй? Что вы за люди, сука? Где живут, там и срут, а? Ой. Опа. Второй разор. С Марсом. И он еще Лю Кэнга собирает. Там Лю Кэнг вообще никак не пролазит. Лю Кэнга вообще нельзя брать с его двумя синергиями. Может ему написать? Может, он просто от Марса потом откажется, да и все. Ладно, он сам разберется, думаю. Неплохо мы проапгрейдились, вообще неплохо. Вообще, от Тинкера можно, в принципе, уже начинать отказываться. Пока он не мешает, но потом от него откажемся.
Мы сильны. И потенциал медленного перетекания в лейт тоже очень хороший. С такими персонажами очень легко плавно перетечь в лейт. Вопрос, как быстро мы вот этих двух парней апнем. Ну, это уже такое. На мидгейм у меня есть. И на плавный лейт перетекания. Давайте, парни, выбьем войдстоунов. Yes. Yes. Не знаю, давать ли в БХ. Он может просто постоит или нет. Все, посчитаемся. Посчитаем наших юнитов. Че, он там плащей набрал? Пизда вам магии ебаные. Вообще первым уйдет антимаг. После этого останется две передние коробки, три мага плюс СФ. Он может остаться. Или не останется. Бля, БХ может просто остаться. Пока я не дособирал что-то получше. Не знаю, давать не уводит стоун или терпеть уже до котла. А, пускай поиграет с уводит стоун, он все-таки много ДПСа выдает. Пока там котл пойдет, потом отдадим бахам. Не настолько мне эти гоблины все равно важны. А сейчас оно хотя бы может там на что-то повлиять. Опа. Могли без войдстоуна это не выиграть. Ну, мы очень сильные, конечно. А он меня что дефнул? Не, он пирата. Нужно еще что-нибудь найти, у меня винстейк. Тинкера оставить. Еще что-нибудь. Не знаю, грейдится или нет. Мне, в принципе, так пока хватает. Винстейк мне как бы жалко, но не настолько, чтобы сливать бабло. Я бы лучше раньше восьмой пошел. Чтобы экономику сохранить. Винстейк мне все равно собьет рано или поздно. В гоблинах ты далеко не уедешь. Не лузая вообще ни разу. Ну ладно, наверное, ставлю так, побыстрее просто апну восьмой. И паролю побольше с сохранением экономики, думаю, это более справедливо. Все равно выбьет мне этот винстейк ебаный. Не сейчас, так потом. Лучше подержу экономику, чтобы нормально было. Блять, все, вот теперь пора ролить. Прости, Кунка, пока для тебя места нету. Тут вообще пока тесно. Ну, как мы и рассчитывали, винстейк нам ебаный все равно наш выбьет. Это было предсказуемо. Шмяк.
Лю Кэнг точно тут не пролезет. ЛД пролезет, Кунка пролезет, ЛД нет. О, этот, Лю Кэнг нет. Мы почти 100% будем делать Шадофинда, воинов не будем закрывать, из говна и веток, а потом заменим легами и все. Гоблины просто не обязательно идти в Техас. Гоблины могут просто то, что ты стоишь в этой хуйне, и спокойно просто потом собираешь леги. Ну, то есть ты просто пропускаешь промежуточный этап. Когда вы задаетесь вопросом продавать там Т2 Джаггера или там Лю Кэнга разбивать воинов, то у этих нет такого вопроса. Что-то я слабоват оказался. Что-то я думал, я получше в танч. Ладно, плиту выбил, нахалявил. Что-то я думал, я справлюсь, если честно. Не знаю, в чего я себя так поверил, но я думал, что я справлюсь. Какую-то отдельную фигуру, типа Тимбера, можно собрать, то и все остальное нахуй не нужно. Сефа не хватает для дэмэджа. Все, заказанные фигуры пришли, гайс. Тимбера попытаюсь это и собрать, но вообще он не must have. Просто в виде стенки будет отдельная, когда я разберу гоблинов всю остальную хуету эту. Вперед, мистер Тайт. Бабах. Тут парень тоже, конечно, найт, но Тимбера держит. Не, Тимбера не хватит. Пам. Но у меня все равно лустейк. Генерал оценил меня уже, да? У него уже цемка вторая. Что-то у него с экономикой проблемы. У него дум вроде второй почти. Не знаю, собирать Тимбера или нет. Пожалуй, я соберу, потому что я хочу гоблинов разбить, поставить просто два более сильных и все. То есть я просто сейчас могу, типа, убрать их и поставить там Кунку плюс Тимбера. Не знаю, так сильнее будет или нет. Вообще мне пора грейдиться, что я сижу. Пока они разобрали все нахуй. Как успел, так и успел, блядь, забить. Котл, блядь, посередине, как герой такой. Все равно у меня лустейк, мне норм. Там генерал проапгрейдился. Цемку нашли уже неплохо. Ну дайте лустейк, пожалуйста. Пожалуйста, там больше дадут монеток. Спасибо. Спасибо, гайс. Не хочу дальше ничего искать.
Посижу так. Я и так силен. Нужно в девятый выходить и волын, наверное. У меня уже на стол нахуй ничего не лезет. Плюс я еще потом легу какую-то выролю. На 26-м выйду волын, да и все. Можно погрейдиться немного, но мне не сильно хочется. Типа это собирать... Не, наверное, грейдиться лучше, да. Мне нужно тимбера собрать, кунку собрать. Главное тимбера и ЛДФ-2 хотя бы выкатить, чтобы стенка была очень сильная и все. Что-то у меня один тимбер кривовато стоит. Нужно проиграть здесь. А тут лайка третья. Справился с задачей. Нет, не справился еще. Котл. Котл, не надо, блядь! Котл! Фу, помогло. Отлично. Просто бабки не проблема. Обожаю эту игру. Котл, отъебись от волков. Бабки не проблема, гайс. Это такая халява. Я протащил лусты икс мобов аж до сюда. Я так долго протащил лусты икс, это жесть. Да, там Татарикан был, это кто ко мне приходил? Это генерал был. Ну... Он до сих пор маринует эти итемы, это жесть. Да, я точно пойду в девятый, потому что просто халява. У меня куча бабок. Корона. Можно оставить для кого-то, котла в принципе хватает, можно для гира оставить. Лича я вряд ли буду брать, для гира можно оставить. Думаю, котлу так уже хватит, обойдется нахуй. ЦМ-ка, блядь, Котя. Простите. Котя долбоёб нахуй скипнул. Опа, ТТ и Луна. Сайленс работал. Вперед, тимберы. Ну, в идеале было бы лузнуть, но не так сильно, как я лузнул. Послабее было бы в идеале. У него тоже алын, да? Но он алын на 8. Не думаю, что я разора буду в этой катке собирать, если честно. Я вот так куплю. Не хочу ничего отдавать уже. Бабах! Все, можно идти винстейк. Теперь можно идти винстейк, гайз. Блин, может не жать дать на котла. Я в конце концов больше кунку хочу собрать. А тайдая заменять на гира не буду. Тимберсол тоже нормально, он хотя бы найтов режет и так далее. Плюс у него брони у меня хорошо. 25. Здорово, найты и тролли. Тимберсол, объясни им то, что они не в тот двор зашли. Тимбер, блядь, объясняй, алло. Надо, блядь, закрыться от такой хуйни. У меня весь этот, блядь, сгнил. У меня все сгнило из-за того, что стояло как говно, нахуй. Еще чуть-чуть бы и котла бы отпиздили. Ни за что.
Я, пожалуй, оставлю весь свой вишневый сад. Похуй на НКОМ. Ванов и Лондроид, сколько их забрали. А что тут сад делает, а Лондроида нету? Я просто увидел это, думаю, то, что... Он для продажи, походу, ничего держит. Но я один, так что я подержу. Надо заградить его побольше. Вот так. Никто ЛД не собирает, так что я, пожалуй, оставлю этот весь сад, чтобы потом не искать заново под ЛД. Похуй на НКОМ. Два разора, котл. Ну, мой котл раньше кастит, это просто автовин. Ну, не автовин, конечно. Ракун затащил. Разоры что-то неплохо меня так пробили. Я думал, я проще его снесу. Там ЦМочка вторая. Читер. Видите? Надо было просто подождать. Тот, кто веет, всегда найдет. Можно встать еще во второй яд, если честно. Разора ближе надо к центру. Он дебафер у меня, да, он у меня еще дебафер. С мобами я изи справляюсь. Можно коробочку сделать. Пускай коробка стоит. Найт. Маг. Найт. Тролль. Вперед, мистер Тимбер. Молнию. Блинкдаггер. Блинкдаггер, кстати, неплохо поможет. Можно Тимбера отправить или... Не, Лони лучше будет, там, думаю, есть. Опа, вот еще и СМ-ка. Держи, братан, у тебя там еще чейнмейл есть. Не думаю, что это котло уже нужно. Можно оставить на гироскутер. Вообще мне искать нужно свою кунку. Я боюсь то, что он развалится. Ладно, пускай разор ебашит. Не думаю то, что тут долго еще игра продлится. Сбили винстейк. И его выбили. Искать особо больше нечего. СФ в тройку. Можно десятый подождать проще. Проще десятый какую-то лего выкатить. Не особо вею СФ в тройку. На 37-м пойдем в десятый. Здесь сильно, но по идее мой ЛД намного сделать. Там очень хороший у него был антимаг. Это и луна, которая жает, и дизруптор, который просто вырезает моих эсэфов. Если бы у меня не эсэфы были, бы, то было бы жесть. В битве магов всегда выигрывает тот, у кого есть лондроид. Можно нарк попытаться закрыть. Дум там, наверное, неплохо одет. СФ убрать и закрыть нарк. Ладно, надеюсь, на халяву закрою. Потому что сейчас закрывает их дуза, что-то это панул. Там уже была дуза, я ее проскипал нахуй, как дебил. Маги не играют, да, маги поломаны. На поизнанного нет. На поизнанного медведя не работают дебаф андедов и дебаф магов. Но на него работает баф зверей. ЛД в Солянова. Зевс.
Сайленса у него, конечно, много. Но мне идеально так стоит, что мой котл просто быстрее кастит. О боже, бедный тайт. О боже. Вот это там Зев все решил уебать. Я подожду, конечно, нагло, если она сама заролится, то я ее поставлю вместо СФа. Если нет, то... Сопротивление всех союзников на 40, что-то наги вообще жесткие. Че он там своего дума идеальную сборку повеял? У меня-то ЛД есть, у тебя ЛД нету. Повеял он, блядь, себя. Опа, корни. Корни фо итом. Осталось только итом добыть. Котл, блядь, пожалуйста, там корни, сука, прокали! Твай! Твай ебаная, паскуда. Че ты там добыл? У тебя этого неплохо. Ебучий котел, сука. Мог бы, блядь, и постараться. Тут пока битва рандома. У меня экономика, конечно, лучше, чем у него. Не совсем это битва рандома. Я пытаюсь Лордара таким образом не заскипать. То, что вы знаете, какой я аутист и постоянно скипаю с Лордара. Блять, я ищу нахуй, наг, закрой, сука, гений, ебать. Закрой, блять. Там был Сардар? Блять, да он для меня невидимый персонаж, сука, заебало нахуй, не вижу этот кусок говна. Серьезно, гайс, я в сортах говна не разбираюсь, не разбираюсь в сортах говна. Фу нахуй, ёбаная сардина. Я искал! Я по 3 раза глазами бегал. Так, не слардары. Я помедленнее буду, гайс, мне похуй. СФ, блядь, не пролазит. Вроде не было. Зевс 255. Да я знаю, Энигма нахуй не нужна, я просто фан держу. Сейчас соберу. Сейчас мы, блядь, найдем Слардара, не бойтесь. Нашел. Нахуй Зевса продал, я хотел его. Похуй. Тут вообще в этой игре, блядь, трагедия на трагедии происходит. Какая нахуй разница уже. Где ЛД Мишку не юзают? Там 4 хума, что я тебе могу с ним сделать? Ёбаный просто инвизный слардар. Но он юзнул.
Ёбаный, блядь, инвизный слардар. Вот он, блядь, я его вижу. Все нахуй, у меня эта фигурка теперь видимая. До этого она была инвизная. Вот он. Это слардар. Че, думаете, Зевса вместо Шадофинда лучше? Персонаж разблокирован. Охуенно я поставил. Хотя, кстати, он даже лучше будет, по идее, здесь. Он же процентаж наносит. Он же процентаж наносит. Какой процентаж, блядь. Котя, ты долбоёб. Котя, блядь, что ты за человек, нахуй, такой? Не человек, просто скотина, нахуй. Ёбаное тупое животное. Тупое животное, наверное, мне, ебать, играет, а не я. Блять, медуза, нахуй. Ёбаная, блядь, игра, нахуй, с несуществующими героями, сука. Котя, нахуй, пикай хоть чё-нибудь иногда. Ёбаный стыд. Пошёл нахуй отсюда, я в печали. Что-то Зевс, походу, даже первый слишком сильно шмякает, если честно. А чё Зевс так сильно шмякает-то?